За минувшие выходные в магаданских соцсетях и некоторых СМИ появилась информация об обнаружении некоего массового захоронения трупов собак. На распространенных фотографиях был виден труп одной собаки, а под снегом неподалеку виднелись мешки для строительного мусора. В информации, приложенной к фотоматериалу, было заявлено мнение о том, что они тоже полны останков мертвых собак. Данные посты привлекли к себе большое внимание не только зоозащитников, но также и властей города. По обращению жительницы города на 15-м километре трассы Магадан-Балаганная выехал сотрудник УМВД России. На месте, указанном в обращении, был найден фрагмент тела только одной мертвой собаки. И в этот же день находка была отправлена на экспертизу. Сообщение зарегистрировано в установленном порядке. В дежурной части отдела МВД России по городу Магадану проводится проверка. Вопросами утилизации мертвых животных в нашем городе занимается муниципальное учреждение «Комбинат зеленого хозяйства». Вместе с его руководителем Алексеем Гавриловым место происшествия посетила и съемочная группа «Вечернего Магадана». Был осуществлен выезд для обследования территории на предмет несанкционированной свалки, как может быть отходов. Было выявлено, что на данном пятаке присутствует разного рода мусор, в том числе под снегом, присутствуют следы людей, которые производили здесь осмотр. Соответственно, здесь находится куча того, что находилось в мешках. Полиции будет это озвучено, их официальная версия того, что здесь произошло. Никаких других трупов животных, любых животных или складирования большого объема отходов не выявлено. Скандальные заявления в социальных сетях не всегда несут в себе достоверную информацию. Кроме того, «Вечерний Магадан» обращает внимание ищущих хайпа о предусмотренной законом административной и уголовной ответственности за размещение фейков, в том числе в соцсетях.